круглосуточный городской информационный телеканал «Москва-24». Сейчас о некоторых важных событиях этого дня. Теперь возвращаемся в столицу. У московских полицейских появился свой храм на Шабловке. Его осветил патриарх московский всея Руси Кирилл. Новый храм во имя иконы Божией Матери «Державная» возведен в рамках программы правительства Москвы «200 храмов». Стены часовни окрасили в белый цвет, а купола покрыли сусальным золотом. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поблагодарил всех, кто принял участие в его создании. Особая ответственность лежит на их плечах из-за специфики их профессии. Каждый день они встречаются с несправедливостью, с жестокостью, с безнравственностью. И именно здесь важно то место, куда они готовы пойти с открытым сердцем, помолиться Господу Богу, почтить память ушедших близких и, наверное, принять для себя какое-то важное личное решение. И вот этот первый храм, включенный в программу 200, построенный на территории центрального округа города. И программа 200 успешно выполняется. Мы работаем над 4 храмами. На Шабловке закончили. Мичуринский проспект, западный округ, в стадии завершения храм. Северо-западный округ, Строгино, храм в монтаже. На нулевом цикле северо-восточный округ, храм. И эти храмы будут введены по графикам, несмотря ни на какие-либо трудности. И будут закладываться, распроектируются новые храмы, и эта программа будет успешно расширяться. Алексей Добашин также отметил, что программа «200 храмов» значительно расширится за счет строительства на территории Новой Москвы.